Так, Витя, куда мы едем? В этот... Смоленск. Прямо в сам город? Ну, видно, да. Так я понял. Нет, мы едем в Десногорск. Десногорск? Это город Смоленской области. И там на огромном водохранилище стоит атомная станция. Да, и мы будем в этом водохранилище нырять. Так, ну что, Саш, холодно? Очень жарко. Какие первые наблюдения? Ну, водичка не чистая, она очень теплая. Что ты рассчитываешь увидеть? Хочу увидеть усадьбу. Заброшки под водой. А если честно, просто хочу получить удовольствие. И немножечко понырять. Да, хорошо все. Приехала совершить свое первое погружение. Все, баллон открыт. Так. Я пошла погружаться. Всем пока. И ровно 100 минут. Угу. Не замерз? 33 с чем-то. Там Солик живет на Шувсинской какой-то. Да, да. Чуть погоняли за хвостом. А там вот самые в основном под досками, они там как-то, да, да, щель, когда подплываешь щель, они там прям ух. Я чуть впереди был, вот, да, я распутнул, он ушел. Ну да, с подосок, да, да. А креветок, с подосок ушел. Слушай, креветок офигенно. Меня напугало, блин, да, он сидит на меня, она на меня как газанула вот сюда, там, вот дверь прям. Она побежала по мне, да, и вот такая. Достала ее, в него кидай, она взяла в него торпедой. Она прямо на термоклине шли. Так, чуть ручки опустила. Глянь, германы. Два германа, сколько нашли? Три штучки. Хорошие такие, как у тебя в чемодане. Ну непонятно, заглубление, да? Это сегодня именно... все было. Пятиметровка. Мы в леску запутались. Ребят, от теплой воды вообще ужас на полтора часа. Хорошо. Все нашли? Да. Что может быть прекраснее, чем заброшенные следы цивилизации? Ты можешь сказать по стопам ацтеков ходил, видел, да? Да, заброшенный город Геркуланум, или как он там? Можно пофантазировать. Я тоже, когда там плаваю, я начинаю себе придумывать, что это может, да, быть там, да, кладка, да, от древних пирамид там. Или мне это больше похоже на разрушенный на корабль, типа Титаника, вот похоже как будто. А you ready to go back to Titanic? Ты зацикливаешься на одной задаче, потому что ты готова плыть вот до нуля, вот пока Росова не начнется. Вот упорно вот свои 270, пока не кончится воздух. Что видела? Рака видела, рыбок видела. Заброшенную, это как, залитую ферму заброшенную. До фермы дошли, ага. Да? Видел поилки или скота? Да. Круто. Ура, обалдеть. Плохо, что плыл. Обалдеть. Глянь, рак как цапнул. Нету прозака, ты говоришь? Но страшновато, да. Так когда страшновато, она еще интереснее. Да, есть такое. Не, ну классно.
всем советую, на самом деле. Я вернулась. Спасибо всем, кто ждал меня. Все. И на труп нужны друга.